Ребят, смотрите, я хочу привет вам показать, как мы подкармливаем уток с нашего балкона. Вот так они прилетели сюда с озера в поисках каких-то новых впечатлений. Возможно, в поисках пищи, не знаем, да, зачем они сюда прилетают. Уже вторую неделю каждый день пасутся. И в общем, хлебушка им принесли. Да, иди принеси еще. Они потом их не выпроводишь отсюда. Вот такая вот дождливая погода у нас сегодня, да, в Германии, да, здесь на севере. Дождит. Вот они, уточки. А вот наши горшочки на балкончике. Ничего пока не сходит. Но я не расстраиваюсь. Все еще зайдет. А кто обожает петуньи? Может, герпулесом их покормить? Да зачем их герпулесом кормить? Давай, давай, корми уточек. Давай радостно кидай. Они потом отсюда не свалят никогда. Свалят. Они их подкармливают здесь. Вот они тут каждый день сюда и повалились. Вот эта пара, смотри. И а кто из них уточка? А кто? Утка серая, а селезень вот этот, который... С зелененьким, да, цветом? Да, я что-то раз объяснял, что селезень всегда красивый, а утки, они всегда серые. О, уть-уть-уть-уть. Их Асика на вас нет. Асик в прошлый раз за ними охотился. Сразу говорю, что подкармливать уток я вам не рекомендую, да? В Германии это вообще не приветствуется. Так что с нас пример не берите. Ну я свежим хлебом, я не что? Свежий хлеб им кидаешь? Ну чуть-чуть. Да? Просто они уже здесь. Ну хорошо. Все, хватит, больше не будет. Вот такая вот у нас сегодня история.